За что задержаны сотрудниками полиции? За то, что украл банковскую карточку. Украл не только банковскую карту, но и деньги с нее снял, 100 тысяч рублей. В этом подозревают ранее судимого молодого человека сотрудник уголовного розыска. Следствие установило, что злоумышленник познакомился с мужчиной на улице, после чего оба прошли к банкомату на проспекте Красной Армии. В момент, когда мужчина снимал 2000 рублей, молодой человек подсмотрел пин-код банковской карты, а затем, прощаясь, украл ее из кармана куртки потерпевшего, после чего снял 100 тысяч рублей и потратил их. По данному факту следствие завело уголовное дело по статье «Кража». Задержать злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения. По решению суда молодой человек взят под стражу.